Змейка и парковка задним ходом. Ювелирное вождение показали механизаторы. За звание лучшего тракториста области они соревновались в Чебаркульском районе. Кто доказал, что владеет техникой идеально и почему испытания участники проходят на самых новых машинах? Андрей Михайлюк расскажет. Клубы пыли и быстрые повороты. Вместо гоночных каров – тракторы, вместо трассы – поле. За рулем лучшие механизаторы области. Змейка – самая сложная фигура. Время на выполнение задания – 20 секунд, а ширина между колышками – не больше 2 метров. Тридцать семь трактористов спорят за победу в конкурсе. Его проводят на площадке Дня поля в Чебаркульском районе. Жуматай Китибаев из Октябрьского района. Потомственный механизатор. Управляет белорусом с детства. Научил отец. В старших классах получил права. Без лишней скромности заявляет, без опытного тракториста в селе никуда. Зимой я, допустим, на Беларуси, я снег толкаю, чищу где-то на территории, от помещений. А потом весной бронование, потом посевная. Еще одно упражнение конкурса – аккуратная парковка техники в импровизированный гараж с задним ходом. Выполнить непросто. К трактору прицеплена телега. Буду оцениваться заезд на скорость, и чтобы не совершали ошибок, не сбивали колышки на упражнениях, правильно заехали в бок задним ходом, не приезжали в стоп-линию, где положено подавали сигнал звуковой, ставили на ручник. 380 лошадиных сил, топливный бак 927 литров. Потомок легендарного трактора «Кировец». Механизаторы должны вспахать тренировочное поле именно на новенькой технике. Техника меняется, она же совершенствуется. И к этой технике предъявляются особые требования, к этой технике. Поэтому люди должны быть подготовлены. Представляете, стоимость вот этой техники вместе с плугом составляет больше 10 миллионов рублей. Жуматай Китибаев доказал, не зря за баранкой трактора больше 20 лет. Мужчина завоевал на соревнованиях первое место. Андрей Михайлюк, Ален Хачатуров, ОТВ.